Ребятки, всем привет! С нами Jurassic 3D T-Rex, по-моему, так вот. Jurassic T-Rex 3D. Все правильно. Так называется наш симулятор динозавра. Ууу, смотрите, какие у него зубы, просто колышки. 30-сантиметровые зубы, напомним, были у настоящего T-Rex'а. Очень крепкие, способные разгрызать кости. Подождите, это же нас жестоко, ребята, обманули. Какой-то Т-рекс, у него три пальца. Вот разработчики лоханулись, правда ведь? А я только заметил, у него три пальчика. Ну, в общем, в целом, это тиранозавр, только мутант с тремя пальцами. Так, три пальчика, вот уж надо же было так. Давайте, четвертый уровень. Заглянем, что там у нас такое. Стегозавры. Что-то там написали, я не успел прочитать. Может, вы на паузе можете прочитать, что-то там про женские особи динозавров, что-то там, где-то там. Не понял я. Так, я видел, где-то у меня справа есть. Так, это у нас такой стик. Так, вот я вот на этого нацелюсь. Если пройду сквозь это дерево, не могу пройти. Так, ну сейчас он начнет от меня убегать. Так, это у нас стегозавр обычный, или это может кентрозавр? Кто знает, чем отличается стегозавр от кентрозавра, а? А? Очень похоже, но у кентрозавра еще и главное отличие, как по мне, так у него на передних плечах имеются еще шипы. Вот это я разминулся с ними всеми. У них какой-то есть стадный инстинкт. Они любят сбиваться в кучи. Так, по-моему, один отбился. В общем, у кентрозавра на плече еще гигантский шип. Вот так вот. Так, один есть. И второй есть. Прямо сам прибежал к нам в лапы. К нам в пасть, точнее. Так, ну еще один есть. Один от нас отбился. Так, это можно выключить звук. А что вот это? Надеюсь, это не переиграть. Это переиграть. Ладно, доходим до того момента. Вот еще надпись одна. И, в общем-то, довольно быстро я поймал всех троих динозавров на этот раз. Быстрее, чем получилось с первого раза. Ну, Т-рекс как Т-рекс, да. Ну и ладно, что у него три пальца, так как видите, последних... А это что такое? Это, ребятки, нам, наверное, писалось вначале, что мы должны принести подарок нашей любимой самочке. Наверное, было дело так. Так, ну, а мы идем... Идем на пятый левел, и тут это, ну, не спинозавры, понятное дело, потому что они поменьше, это какие-то барионикс. О, у нас теперь двое. Ну, на самом деле, по-моему, самка. Самка больше у тиранозавра, по идее, чем самец. Он что, погнался за нашей дамой? Да он по размерам такой, что может сожрать нашу дамочку. Ну, или нашего дамочка. Хе-хе, я перехватил. Не знаю, кто это какой-то там. Ну да, не спинозавр, конечно. Кто-то поменьше должен быть. Вот, на тебе еще один. Заломали. Он еще бедняжка там ножками шевелит. Так, где третий? Так, ты голодная, показывай нам, где третий, ты должна знать. Ха-ха, мы его загнали, как львы. Знаете, один гонит, второй ловит. Вот такая у нас была стратегия. И она сработала.
Уровень зачищен, да. Мы сожрали родственника спинозавра. Итак, что же у нас? Jurassic 3D, и это у нас рапторы. Ну, судя по постановке, рапторы, да, теперь мы одни. А где наша самочка делась? Она пошла яйца высиживать. Вот они, конечно, молодцы, тут что-то пишут. Но разве я могу успеть прочитать? Есть! Поймался, не уйдешь. Ну, не знаю, кто это, раптор, не раптор. Когтей я на нем не увидел. Побежим за этим. Тут нужно, конечно, стараться заходить им с морды. О, давайте попробуем обманный маневр. Обманный маневр. Вот так вот. Все, я уже понял, как их нужно ловить. Потому что, ну, со спины мы проигрываем. То есть любой динозавр бежит быстрее нас. Ну, хотя стегозавр никогда бы в жизни не побежал быстрее, чем Т-рекс. Да и, в общем-то, травоядных мало, кроме таких вот быстрых каких-то компсогнатов, там всяких авирапторов, тех же всяких. Вот, смотрите, как я быстренько всех поймал. Очень-очень круто, ребятки. И это победа. Что же, ребятки, тогда мы на этом часть закончим. Следующих три уровня у нас будут в следующей серии. Пока-пока.